Друзья мои, всем огромный-огромный привет! Рада видеть вас у себя на канале. Заходите и уютненько присоединяйтесь. Сегодня будет мое видео, как вы видите, уже вот эту прекрасную коробочку, и на ней зловещий нож, как обычно, да, показывают с большим ножом, сидит блогер и радостно режет коробку. Я, собственно, ничем не отличаюсь. Всегда приятно получить новый заказ и насладиться новыми покупками. Сегодня у меня будет заказ с сайта косметики и парфюмерии «Рандеву». И сейчас там проходит акция и скидки на аромабоксы. Но на 8-9 марта потом будет, возможно, какие-то другие акции. Я еще не знаю, когда я выставлю этот ролик. Про боксы я вам рассказывала. Там были очень хорошие предложения. Ну и, собственно, давайте сейчас не будем, в общем-то, растягивать. А я все растягиваю и растягиваю. Давайте откроем коробку. Сегодня будет у нас распаковочное видео. Я уже сама забыла, что там у меня было в корзине. Очень хорошо запаковано. Да, кстати, напоминаю вам, что на сайте Рандеву у меня есть свой промокод. Вы можете им пользоваться. И всегда приятно получить какой-то дополнительный бонус в виде скидочки 10%. Например, если у вас заказ 2500, вы набираете корзину, и у вас работает скидка 10% 250 рублей. А также, если вы, например, собираете на большую сумму, в зависимости от вашей страны и региона, то доставка тоже бесплатная. Есть такой вариант заказать с бесплатной доставкой. Что тут у меня со светом? Мне как будто бы хочется сделать немножечко поярче. Да, наверное, вот так. Так, поехали. Бара-ба-бам. Ну что может быть приятнее распаковки? О боже, пришло все. Я уже расстроилась, что не будет средства, которое я, ну, наверное, почти больше всего ждала. После того, как я осветляю волосы, делаю милирование, мне обязательно нужно для волос что-то такое, знаете, синечка, синька для волос. И мне одна моя клиентка посоветовала, кстати, да, смотрите, как все запаковано, заказать вот это средство от Оллин. И я зашла на Валберис сначала, но вы знаете, на Валберис оно стоит больше 300 рублей, а на сайте Рандеву 200, ну, около 200. Плюс я воспользовалась, конечно же, своим промокодом и буду прекрасно, в общем, пользоваться. Не знаю, как вы. Ой, сейчас я ее открою. Это такой спрей. Я им ни разу не пользовалась. Просто мне посоветовала моя знакомая клиентка. Это спрей от Оллин. Называется вот так вот он, Silver Fusion. Нейтрализующий спрей для волос. Кто, девчонки и мальчишки, возможно, да, красят волосы, знают, каково это сделать холодный, если вам надо, холодный оттенок блонда. Мне посоветовали вот такой спрей использовать. То есть есть какие-то маски тонирующие. У меня есть сейчас маска Estelle. Я вам покажу, тоже заказывала на Валберес. Есть шампуни и разные всякие прибамбасы. Но вот такого спрея еще у меня не было. Нейтрализующий спрей для волос. Как им пользоваться? Перед применением встряхнуть флакон. Сейчас я, конечно, этого делать не буду. Я это буду делать перед укладкой. Буду наносить на влажные волосы и потом укладывать феном. Так, встряхнуть. Здесь кукурузный крахмал еще. А, ну еще гидролизированный, кстати, написано. Кукурузный крахмал. Волосы становятся гладкими. Нежелательно желто-оранжевые оттенки волос будут тонироваться. Ну, круто. Почему? Попробую, в общем, попробую. Я рада, потому что, когда посылка отправилась, я заходила, смотрела в отслежку, показывали, что этого средства сейчас на сайте нет. Но вообще, смотрите, следите, можно поставить на такую замечательную кнопочку «Отследить товар», и на почту придет уведомление, если товар появился на складе. В общем, вот такую штучку себе заказала для волос. Да, это Оллин Perfect Hair Silver Fusion, нейтрализующий спрей для волос. Меня заинтересовало, потому что на сайте Рандеву есть не только парфюмерия, но также косметика, есть парфюмированные свечи, есть всякие средства для укладки волос, например, какие-то щипцы, какие-то расчески, знаете, такие выпрямлители, там, утюжки, очень много какой-то корейской косметики, то есть там можно найти какие-то снятости, какие-то снятые ароматы. Также там есть куча каких-то отливантов, косметика вся фирменная. Если у вас какие-то претензии, можно написать в отдел претензий, с вами свяжутся. Поэтому все очень здорово и прозрачно. Так, поехали дальше.
Так, я заказала себе вот такую масочку. Очень классная цена на маске, вообще удивительно. Это маска корейская. И сейчас скажу. Сейчас я вам скажу. Корейская, Республика Корея, изготовителей. И такая масочка стоит всего лишь 31 рубль. Там вот мне понравилось, что маски очень бюджетные. Конечно, есть подороже. Ну, как бы маски плюс-минус, они какие-то все похожи. И вот эти лекала мне подходят. Я взяла себе с лимончиком. Это тканевая маска с витамином С. Буду брать еще, потому что мне нравится осветляющий эффект. И сейчас я вообще плотно сижу на витаминах С. Я и пью витамин С, и крем для лица у меня сейчас с витамином С, и масочки. Хочется как-то подбодрить свое лицо. Смотрите, у меня в этот раз на самом деле не только парфюмерия, да, как вы сами догадались, но и косметические средства. Так, здесь вложили мне, как всегда, рандеву вкладывают в каждый заказ, независимо от суммы, вкладывают два каких-то пробных образца. Бывает парфюмерия, бывают какие-то средства. И они в основном они какие-то вот корейские, ну, мне попадались корейские. Так, здесь какой-то Black Pearl, Bubble Mask. Вот эту маску я использовала, у меня таких три было уже. Одну я использовала, наносите маску, это прям реально крутой, полноценный продукт. Она начинает пениться, и освобождаются поры, очищаются, и такой кислородный эффект, насыщение, так, знаете, короче, ну, представляете, вы сидите такая, как губочка вся в пенке. Я вторую маску подарила такую дочке. То есть это реально классный работающий продукт, который очищает поры и наполняет кислородом вашу кожу. Так. И пенка-желе для мягкого очищения. Вот такое средство мне еще ни разу не приходило. Это тоже какой-то корейский бренд, мне неизвестный. Джелис, это еще скраб. Скраб So Cleansing Fo. Ну, приятно. То есть я еще это и поскраблю, и очищу кожу. Made in Korea. Здорово. Почему? Потому что я не знакома с такими средствами, и нет у меня, как бы, где это протестировать можно. И вот так попробовал. Может быть, какое-то средство понравилось, и потом вы можете заказать полную версию. Вот я посмотрю, сколько стоит вот такая полная размерная версия пенки. Возможно, себе в будущем закажу. Так, что дальше? Ну что? Есть аромат, который я безумно давно хотела. Очень давно на него смотрела, на разных сайтах искала. И все-таки сайт Рандеву перевесил. На сайте Рандеву самая хорошая цена была на этот аромат. А именно, это Бужерон Квадре. Это вот такой ароматец. Я сегодня не буду его открывать отдельно. Потом, конечно же, мы с вами посмотрим все ролики, все обзорчики. Этот аромат про цитрусы. Я вокруг ходила него и так, и эдак. Искала по разным сайтам самую лучшую цену. Вот этот полтинничек я взяла 50 мл. Есть 30, 50 и 100. Здесь накладная. Сейчас скажу, сколько этот аромат. 3455 рублей. Но это хорошая цена, потому что на других сайтах это было дороже. Вот со всеми промокодами я также использую свой промокод. То есть вы вводите, смотрите, когда там какие-то акции. И мой промокод суммируется со всеми акциями. Даже если там 40% стоит или 35%, используя промокод, еще будет 10% в любом случае на все средства всегда. На корзину. Да, аромат этот очень давно у меня стоял в хотелках, стоял у меня в избранных, на разных сайтах. И вот сейчас самое то время, в честь праздника 8 марта, у меня теперь есть такой аромат. Позже, конечно же, сниму для вас обзоры. Вот так выглядит коробочка. Постараюсь, что это Quatre от Boucheron. Так, дальше поехали. Это еще не все. У меня здесь также в заказе вот такая маска. И вы такую маску у меня уже видели. Это тоже корейский бренд. Это ночная увлажняющая маска. Здесь 15 мл. Мне она безумно нравится. Я ее повторяю уже третий раз. Пустышечка у меня уже есть. По-моему, я еще не снимала пустые баночки. Конечно же, я сниму вам, расскажу свой отзыв. Чем удобно? Мне удобен такой формат. Также по цене. Большая банка стоит дороже, маленькая всегда выгоднее. Но сейчас, по-моему, тоже их нет на сайте. Ну, можно всегда отслеживать. Повторяю, ставьте отследить. И когда товар появляется в корзине, я очень долго отслеживала тоже один аромат, он появился, и потом вы можете заказать как раз какой-то акции. Так что это вот такая масочка. Не знаю, как она точно называется. Ланейш. Ночная увлажняющая. Это гидро такое, прям мощное увлажнение. Я сейчас очень люблю
какие-то увлажняющие ночные маски, потому что сейчас весенний такой период будет, когда прям, ну, максимально кожа капризничает у меня вот осенью и весенний период. А гвоздь программы сегодня будет вот такой шикарнейший просто аромабокс. Аромабокс к 8 марта. Я всем показывала в моем телеграм-канале, также в сообществе. Я показывала, что сейчас вышло лимитированное издание, и, конечно же, я не могла не воспользоваться сама. Вот такое классное оформление к 8 марта. Вот так, в общем, сделать решила себе подарочек. Здесь 8 сэмплов. Чем хороши аромабоксы? Аромабокс вообще это уникальные такие вещи, созданные магазином Рандеву, тем, что здесь собрано разные, повторюсь, ароматы. Я так зависла и думаю, есть аромабоксы мужские, есть аромабоксы монобрендовые. Можно взять, например, вы хотите попробовать какой-то монобренд. Я сейчас присматриваю себе, хочу взять Мансеру. У меня в корзине лежат, вот думаю, надо оформить. Давно хотела познакомиться и расширить свой кругозор, дабы, ну, в общем, чтобы больше знать, да. Также Серж Лютанс, вот есть, например, отдельный, есть Том Форд отдельный. Любой бренд практически вы можете найти, либо какой-то подарок сделать, вот, например, к 8 марта, 23 февраля, к Новому году. Выходили ароматы также ко дню всех влюбленных, там, 14 февраля, ну, разные праздники, по знаку зодиака, то есть даже если мужчина какой-то ваш друг увлекается парфюмерией, есть мужские подборки, какие-то восточные. Мне кажется, это очень хорошая такая возможность познакомиться с ароматами. И ароматы же на самом деле есть очень дорогие, и вслепую, либо даже брать сразу флакон, не всегда это как бы по карману, и не всегда это в принципе нужно. А взять, например, вот такой аромабокс и, например, попробовать, вот здесь я вам показывала. У меня, кстати, есть один из таких ароматиков уже. Так, сейчас покажу. Tom Ford Lost Cherry, да, вы видели у меня в одном из последних аромабоксов. Virtus Narcosis, кстати, я сегодня в нем, представляете? Также из аромабокса. Это для меня этот аромат немножечко отпугивающий, знаете. Но мне сегодня так хотелось, чтобы ко мне никто не подходил. Было у меня такое немножко вредное настроение. Это про густую зелень, про манго, про ревень. И там какая-то жевательная нота есть. Он очень мощный, два пшика мне хватило. И полдня хожу, он до сих пор на мне звучит. Абсолютно для меня не женственный, но вот сегодня я хотела быть именно в этом аромате. Здесь также есть ароматы, с которыми я не знакома, а есть ароматы, которые бы я хотела, чтобы они у меня были в повторных таких сэмпликах. 8 сэмплов приходят по 1,5 мл. Здесь хороший пульверизатор. Лично вот у меня ничего не испаряется. Хотя, знаете, при перевозке всякое возможно. Всякое бывает. Тут как бы уже как... Ну, в принципе, у меня всегда все хорошо доставлено, все всегда хорошо упаковано. В общем, вот такой замечательный аромабокс. И здесь как-то вот обыграно, все празднично, красиво. Подарить можно подруге, маме, дочке, да, себе в конце концов порадовать и познакомиться поближе. И, возможно, подобрать действительно, вот кто-то не любит много ароматов. Вы попробовали, разносили и выбрали какой-то один, например, дорогой аромат. Не любите вы много, да. Выбрали себе один какой-то и пользуйтесь им уже одним, когда вы точно поносили, точно разносили. Здесь есть ароматы, с которыми я не знакома, и буду, конечно, разнашивать, отдельно буду снимать для вас потом ролик. Так, поехали дальше. У меня сегодня прямо много всего так получилось. Я еще ни разу не пробовала, мне очень захотелось попробовать крем для лица от бренда G-God. Кстати, стоит он не очень-то и дорого. Угу. Это крем-эмульсия увлажняющая, здесь 50 мл, и это, по-моему, тоже корейский бренд. 350 рублей, мне кажется, это очень даже бюджетно. Вот так он приходит. Сейчас я открою, он, да, не застудированный, так вот это выглядит. И вот такая баночка. Здесь вот так все указано. Это увлажняющая эмульсия. Мне хочется сейчас увлажнения, кожа очень капризничает и даже на очень дорогие крема реагирует какими-то покраснениями. У меня сейчас французская марка в использовании, и вот я умылась, нанесла, у меня постоянно какие-то вот покраснения. То есть для меня очень сложно подобрать какой-то уход. Корейский попробуем, в общем, попробую, очень мне интересно. Увлажняющий крем насыщает энергией, то, что мне нужно. Посмотрим, попробуем, конечно же, все отзывы я вам расскажу.
Так, что здесь у меня еще? Я все не заканчиваю, да? Но осталось уже немного. Заказала себе также крем для век в огромной просто банке. И здесь целых 50 миллилитров. Это тоже корейский бренд. Ну, в общем, вот так он называется, не буду коверкать. Здесь муцин улитки. Я очень положительно отношусь к муцину улитки. Пробовала другие бренды с этими составляющими. Обычно они хорошо регенерируют кожу. И такие крема обычно, знаете, такие липковатые. Там, возможно, какие-то пептиды даже добавлены. Я сейчас не буду говорить, потому что я говорю сейчас про крем, которым я пользовалась раньше. Так, здесь также увлажнение для нежной кожи век. Отлично. Конечно, немножко спугнул сначала большой объем, но вообще кожа век всегда требует какого-то особого ухода, всегда требует деликатной какой-то текстуры, и мне очень интересно, кстати, да, тоже, да, повторяюсь, корейский бренд. Смотрите, какая здесь банка обалденная, смотрите, как она сделана, дорого-богато, да. Открывать не буду, вдруг там нет слюды. Я сейчас доиспользую свой крем, у меня сейчас это в Роше, крем Риш с розами использую, тоже мне, кстати, нравился, зиму пользовалась, ну, потом такой кремик открою. 50 мл, мне кажется, мне хватит его на все лето точно, посмотрим, если будет жирный, посмотрим, в общем. Какое сегодня прекрасное видео, вы не находите это? Дальше, что хотела показать вам, а дальше у меня будет парфюмерия. Аромат, который я... Давно на него присматриваюсь, тоже он у меня постоянно в хотелочках, в закладочках на разных сайтах. И, конечно же, мы с вами хотим всегда как-то сэкономить и где-то подешевле взять качественный продукт. И сейчас я уже подготавливаюсь к весне, уже, в принципе, весна и к лету. Что же я себе взяла? Я себе взяла аромат, который у меня был, кстати, в аромабоксе, новинок прошлого сезона. В том году я снимала такой обзор, мне очень понравилась обновленная версия, это Dolce & Gabbana Light Blue Forever. Я себе взяла маленькую версию, 25 мл, и планирую носить ее в сумочке ближе к лету. Этот аромат мне нравится, да, это женская версия, Parfums. Это покупка не вслепую, и с этим ароматом, повторяюсь, я знакома. Классическая Dolce & Gabbana мне кажется рисковато, и я ее не очень люблю. Какой-то у меня, знаете, такая ассоциация есть. Была тоже, знаете, моя мама подруга, и она, помню, всегда приходила и хвалилась, что ей любовник подарил такой аромат. И она всегда носила его с собой, у нее был флакон, может быть, это даже была подделка, я не знаю. И вот мне запомнилось это так надолго, что вот этот аромат и вот ассоциация с той девушкой, женщиной. Она тогда была возраста, возможно, как я, может быть, даже и помладше. А сейчас вот этот аромат, в него добавили немножечко он другой. Он звучит менее резко. Он довольно-таки приятен мне. Здесь нотка есть, по-моему, амброксана. И он такой, знаете, воздушный, какой-то молекулярный даже. Вот, пусть. Так, мне тут что-то написали. Ладно, извиняюсь, отвлеклась. В общем, 25 мл он у меня будет. И позже, конечно же, по каждому аромату я сниму обзор. А вот дальше будет моя хотелка. Опять же, я, возможно, никогда бы не взяла этот аромат. На слепых затестах в игре «Восьмое чувство рандеву» у нас была игра. И там был аромат от бренда «Семияки», который я вообще такой бренд ни разу не слышала. Да, стыд мне, позор, кидайте в меня тапками. Как-то не попадался он мне, как-то вот, хотя ароматы выпускаются очень давно. Мне очень понравился аромат, который там был представлен. Аромат с сиренью, с миндальным молочком, такой белоцветочный в то же время, мне кажется, белая сирень. Вот я его как бы сначала не узнала, что там сирень. В целом аромат безумно приятный. Я хотела сначала взять его, потом мне прислала моя подписчица Катя, мы с ней общаемся, она мне прислала также слепые затесты, которые выходили у меня на канале, и там был также аромат из Семияки, сейчас скажу, как он называется, потому что я себе его заказала. Катя, спасибо тебе, что ты познакомила меня с таким прекрасным ароматом, это Льодисей Пью, по-моему, это он, Катя, если я не ошибаюсь, по-моему, это именно этот аромат. Я захотела, чтобы этот аромат был в моей коллекции. Этот аромат выпускается, по-моему, с 2016 года, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, можете поправить меня и написать в комментариях внизу. Очень,
очень понравился аромат от Леванти. Я считаю, что да, это про белые цветы, это такой водный озоновый аромат, слегка отдающий, мне кажется, в какую-то прошлую историю 2000-х. И он такой женственный, и вот такой, знаете, водянисто-озонного, свежий, по-моему, вот такие у меня ассоциации с ним, очень женственный и легкий. Мне сейчас хочется таких ароматов, еще присматриваюсь, в общем, я уже собираю себе парфюмерный гардероб на более теплое время года. В общем-то, вот этот ароматец мы с вами тоже позже откроем, я его вспомню. У меня, конечно же, от Левантик есть, но когда ты держишь полноразмерный флакон в руках, а он такой длинненький, знаете, очень это приятно. Так, ну, наверное, все. Напоминаю вам, конечно же, что пользуйтесь обязательно моим промокодом, который я всегда прописываю под видео, либо здесь. У вас будет скидка, и вы можете также заказывать себе аромабоксы, и не только аромабоксы, также и косметику, и какие-то парфюмерные ароматические свечи разных люксовых нишевых брендов. Есть, знаете, вот кто не любит, например, когда я снимаю, показываю Avon, меня часто ругают, там что-то качество, некачество, вы можете заказывать все, что вы хотите, вот, например, разные сайты есть, конкретно на рандеву представлено огромное количество, потрясающий просто ассортимент на всевозможные бренды, и корейские, и европейские, и всякие японские, восточные, и есть также какие-то арабские парфюмы и косметика. Пожалуйста, проходите, смотрите, хороший ассортимент, всегда есть скидочка. Я благодарю сайт Рандеву за то, что вы сотрудничаете со мной. Это классный такой сайт, который дает возможность познакомиться блогеру и вообще, в принципе, как-то развиваться. И сама часто делаю на нем покупки, пользуюсь. В общем, хороший сайт, хороший интернет-магазин, очень мне нравится тем, что там вот эти промокоды, также там есть бонусная система скидок, то есть за покупку у вас еще бонусы копятся и за отзыв копятся. И все это можно в одном заказе, один бонус, один рубль, то есть это классно получается, очень-очень-очень мега-супер выгодно. Все, я сейчас буду все баночки перебирать, смотреть, конечно же, отзывы потом отдельно сниму вам про ароматы. Так что в марте сейчас будет чем мне позаниматься, поснимать для вас ролики. Я всех благодарю за просмотр. Всем пока, всем до скорых встреч.